В Кызыларде полицейские установили личность машинистов тепловоза, которые пытались сбить стадо сайги на путях. Авторами и героями видео оказались двое машинистов и их помощники. В ходе расследования уголовного дела и проведенного оперативно-розыскного мероприятия установлено, что данный факт имел место в текущие годы на перегоне станции Саксаульска-Косколь, это в сторону Джезказган, между 11 и 12 разъездом. Съемка производилась 30-летнего помощника машиниста. В данное время начато досудебное расследование. Удивившие своей жестокостью машинисты тепловоза ничего преступного в своих действиях не видят. Однако, исходя из видео, размещенного в социальных сетях, очевидно, мужчины пытались сбить стадо бегущих в степи краснокнижных сайгаков. Особенно болезненно это видео было воспринято пользователями на фоне массового падежа сайги. Этой весной на территории республики погибла треть всей популяции сайгаков, обитающих в Казахстане. Однако машинистов, скорее всего, не накажут, так как ни одного сайгака не пострадало. И сейчас ведется следствие. По-моему, здесь никакого состава преступления изначально нету, потому что даже если установит позже, кто это совершал, их деяние не направлено на уничтожение сайгаков. Это спонтанно полученный факт. В это время, тем более, я сам просмотрел снимок. В конце конца эти машинисты дали сигнал, и после этого сигнала все сайгаки повернули. И никакого жертвы, и ничего не случилось. То есть они по инструкции, они правильно поступили.